Нубита, Ликан. Ликан только сейчас нажимает ультимейт, и Нубита! Нубита моментально погибает, его просто не почувствовали, как будто это не Бристлбэк, а ЦМ-ка была. Нажимается фортификейшн, но ВП летят дальше, и Дизайрон Лок, он не успевает улететь, какой урон! ГГ! Жесть! 21 минута 40 секунд, это рекорд на Dota 2 Champions League, до этого было 22, причем в той игре Гамбит сдались. В этой игре на базе заместили Брэймов. Да, вот здесь прям вот тот самый драфт, он, в общем, себя реализовал.